Доброе утро, друзья! Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, некоторое время назад, ну, 2 года, допустим, 1,5 года назад, войди кто-то в банк в маске, сразу же бросилась бы к нему охрана, поняв, что это разбойное нападение. А тут, так сказать, все мы, наоборот, требуют, попробуй зайди в банк без маски, а то и без перчаток. Тут же сделают замечание, выставят вон, и не пустят получить какие-то деньги, вклад, или наоборот, сделать вклад, сделать какое-то движение по своему собственному счету. Но, а вот сейчас, вы же понимаете, наоборот, приветствуется, и это на руку, естественно, грабителям. И вот 14 декабря вечером в отделении Сбербанка, не какого Сбербанка, банка Home Credit, который находится по адресу Екатеринбург, Декабристов 16, после, вечерком, когда уже не было посетителей, и банк готовился, отделение готовилось к закрытию. Зашел молодой человек, вытащил пистолет, наставил на девочек, которые там работают, две там девочки охраны, не было, значит, на этом экономит, и потребовал открыть сейфовую дверь и забрал 10 миллионов, себе сложил в простую сумку полиэтиленовую, 10 миллионов рублей и сколько-то там валюты иностранные, евро и долларов, наверное, несколько тысяч, я так думаю. И спокойненько вышел, повернул направо. Я почему так подробно вам рассказываю? Потому что сейчас я вам покажу видео с фрагментом этого разбойного нападения. Все по-домашнему, все по-тихому, все без всяких тревожных кнопок, все без сирен полиции, без погонь, без стрельбы и так далее. Смотрите. На кадрах, опубликованных изданием «Вечерние ведомости», видно, как преступник буднично и спокойно зашел в офис банка вечером перед его закрытием. На тот момент там уже не было посетителей, а в здании находились только две сотрудницы. Чтобы они поняли серьезность его намерений, мужчина выстрелил в стену и под дулом пистолета потребовал отдать ему деньги. Одну из женщин грабитель загнал в угол помещения, вторую заставил открыть хранилище с наличностью. Видно, что женщина делает это неохотно, и налетчик тормошит ее. Когда дверь открылась, он сложил 9 миллионов рублей, 5 тысяч долларов и более 2 тысяч евро в обычный пакет-маечку и просто ушел. На все это у него ушло 3 минуты. После этого сотрудницы банка нажали тревожную кнопку. Полицейские были на месте буквально через 2 минуты, но найти преступника по горячим следам не удалось. Ограбление произошло еще 14 декабря, но до сих пор злоумышленника ищут. Как сообщили в полиции, это мог быть мужчина в возрасте около 50 лет, ростом 180-185 сантиметров. Налетчику грозит до 15 лет тюрьмы. Ну вот мы, друзья, с вами убедились. А вот некоторые журналисты, значит, пишут, что, смотрите, как это, девушки эти даже не оказали, не сделали попытку оказать сопротивление нападавшему. Друзья мои, ну о чем вы говорите? Везде, так сказать, за рубежом инструктирует персонаж, что не надо оказывать никакого сопротивления. Если есть возможность, кнопку нажмите. Нет возможности, лежите фейсом в пол. Не дергайтесь. Нам ваша жизнь, так сказать, дороже. А у нас вот журналисты пишут, что смотрите, какие девушки. Они даже не приняли мер к сопротивлению никакого. Какое сопротивление? Против пули. Жизнь дороже гораздо.
Почему так за рубежом? Потому что там все застраховано. И у нас может быть тоже застраховано все от таких случаев. И должно быть, наверное, застраховано. Или банкиры экономят, так сказать, надеются все на свой персонал. А персоналу тоже жить хочется. И работают порой девочки эти за копейки. Зачем им? 10 миллионов, так 10. Раскрывайте, друзья. Давайте. Предъявляйте требования банкиру, почему у него охраны нет. Хотя что это за охрана? Неоднократно, значит, посещаешь какое-нибудь отделение какого-нибудь банка. Ну, сидит какой-то уволень у входа. Спрашивает, почему не в маске, допустим, или чего вам тут угодно. И все. Невооруженный, не владеющий никакими приемами, значит, вот с таким пивным животом, который даже и не догонит, и не будет пытаться. То есть швейцарец сидит. Ну, швейцар. По-нашему. Сидит только для, может, визуального устрашения. Так что, ну, конечно, в более солидных банках и охрана есть, и вооруженная охрана, и так далее. Вот полиция не исключает, что этот грабитель хорошо готовился и тщательно к этому разбойному нападению. Разбойник, а не грабитель. Готовился, именно пришел в то время, когда посетителей нет и так далее. Вы знаете, что, как правило, готовится так. Готовится, когда есть какой-то свой человечек, работает в этом банке. Не исключено, что одна из этих девиц или девица из другой смены, знакомая его, рассказала ему, когда, что в этом банке, где там, куда надо вести, где сейф находится и так далее и тому подобное. Ну, вот, рассказала, когда деньги бывают в банке, ну пусть 10 миллионов, но извините меня, для нас с вами это неподъемные деньги, за всю жизнь столько не заработаешь. Вот, что я могу сказать? Преступление раскрывабельно, причем по горячим следам. Ну, пускай там из этого фрагмента, видеофрагмента, значит, не видно физиономия. Но видны другие особенности, значит. К доказательствам явится обязательно походка этого чела, рост его. Значит, хотя на руках перчатки он следов не оставил, значит, но он что-то говорил, голос его наверняка зафиксирован, ведь камеры, наверное, фиксируют не только то, что мы глазами видим, а и то, что мы слышим, то есть звуки какие-то. Кроме того, значит, он пошел там, вышел, пошел направо. И дело в том, что там вдоль улицы или на следующем перекрестке вполне вероятно стоят тоже камеры, которые его зафиксируют уже, может быть, без маски, а то и без капюшона. Вполне вероятно, что где-то, значит, куда он пошел, машина его ждет. Может быть, машина ждет его без водителя, а может быть, подельник сидит в качестве водителя, ждет его, и он сядет в эту машину и поедет. А может быть, он махнет рукой, сядет в такси и так далее. Все это будет, или должно быть, по крайней мере, при нормальном расследовании зафиксировано и так далее. Ну и, конечно, значит, будут проверяться сотрудники и сотрудницы банка, их звонки, их связи и так далее и тому подобное. Вполне вероятно, что он зашел туда в тот момент и в то время, которое ему указала, может быть, работница банка. Может быть, был звонок перед его входом, что Вася, заходи, никого нет. То есть все это будет проверено, все это будет тщательно. Ну и деньги, я думаю, деньги, наверное, если в банковской упаковке и так далее, то купюры, значит, имеют определенные номера и серии. И, может быть, так сказать, засветятся эти денежки, пускай, конечно, не в течение
трех суток это, как говорится, работа по горячим следам в течение трех суток идет. А позже, ну, засветится, может быть. Может быть. Ну, и я не исключаю, что, что этот человек, который брал эти деньги, ну, видно, что он молодой, высокий. Не исключено, что деньги, может быть, понадобились, допустим, на лечение ребенка или матери. Хотя это не снимает с него ответственности, но как-то по-человечески более понятно, если чем он на наркоту ему надо было, значит, или захотел тачку крутую купить, вот, или прокатиться куда-нибудь в Париж из Эйфелевой башни, поплевать вниз. Ну, по крайней мере, сейчас ему за вот это вот разбойное нападение, да еще с применением огнестрельного оружия, значит, вот такая, по такой статье именно возбуждено уголовное дело. И этому разбойнику банковскому грозит наказание до 15 лет лишения свободы. 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии. Режим колонии установит суд. Некоторые, да многие сейчас журналисты, значит, не понимают разницы между исправительно-трудовой колонией и тюрьмой, пишут. Грозит 15 лет тюрьмы. Ну, разберитесь вы, тюрьма, так сказать, это особый вид наказания. Это особый вид наказания. И тюрьм у нас всего раз-два и общался по стране. Одна или две, может, осталось. Где отбывали наказание. Отбывают наказание по приговору суда. Раньше, я не знаю, как сейчас, раньше в приговорах писали с назначением наказания в виде отбывания первых трех лет в тюрьме, а последующие в колонии там строгого или особого режима. Пишут, значит, например, 15 лет с отбыванием первых там трех лет в тюрьме. Тюрьма это совсем другой режим. Тюрьма, так сказать, это вам не колония, где небо над головой и так далее. Это 40 минут прогулки в день, так сказать, и камера. Камера. С вами был, друзья, Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. И я, конечно, у меня на зубах навязло, а у вас, наверное, на ушах навязло, значит, мои призывы к помощи приюту Катавасия. Да, каждый раз, извините, кто не хочет, не слушайте, но каждый раз я призываю оказывать нам посильную помощь. Иначе наш приют не выживет. И в том, что он не выживет, будет и ваше равнодушие, друзья. А пока что спасибо тем, кто помогает. Редко в неделю один человек, может быть, но присылают 100-200 рублей. На душе как-то теплее становится от этого. Теплее на душе, что где-то кто-то далеко за горами, весами, долами думает о нас. Изъявляет свое милосердие и добро. Отрывает, может быть, от себя и присылает. И на том спасибо. Дай Бог вам всем здоровья. Пока.